Его полное имя – Махмуд ибн Аль-Хусейн ибн Мухаммед Кашгари. Принято считать, что он появился на свет в 1029 году, скончался в 1101. По версии другой, его годы жизни сдвигаются на 10-20 лет позже. До сих пор не установлены ни дата рождения, ни дата смерти великого тюрколога. Неизвестно также, где и когда написал он свое сочинение, где умер. По этому поводу существуют только более или менее остроумные гипотезы. Андрей Кононов из статьи «Махмуд Кашгарский». Как следует из его фамилии, родился он в славном городе Кашгаре или недалеко от него. Но так ли это? Доподлинно известно только, что жил Махмуд в государстве, ныне называемом Караханидским.